это показывает Киев. И с вами на финале Лиги Чемпионов Андрей Шевченко и... для Мадрида и для Ливерпуля испытания. Особенно, на мой взгляд, это касается Ливерпуля. Удалось все-таки своего соперника... Бол! Прекрасный, фантастический кик! Получаем здесь в Киеве. Потрясающе. Я думаю, что и давно сходились в 81-м с нынешним временем. Королевская свадьба в 81-м году. Британ не проиграл ни одного финала в Еврокубках. Состав Реала, он который бы знал, что такое это особый день. Разочарование Криштиану Роналду идти Лига чемпионских финалах. Роналду, Салах и Милнер, он выбегал на разминку так, как порой. Он сказал: поехали! И махнул рукой. Состав 8-й. Атака Ливерпуля. Мане, падение в штрафной. Ничего серьезного не просека Ливерпуля последнего времени при Юргене Клоппе. И здесь, конечно, он сейчас мячом на левом фланге. Передача хорошая на Модрича, но Модрич не успевает развернуться и пробить. Прессинг Ливерпуля может сослужить плохую службу. И Варан выбивает мяч. Роналду поехала нога у Криштиана. Он тут же обращается к Маджичу, что его ударили, но ударили скорее Мухаммеда Салаха. Салах слева и удар. И Лука Модрич этот удар принимает на себя. И Дортмундская Боруссия. Мане и Килор Навас выбежал. Действительно долго и высоко мяч был в воздухе. Передача Салах. И здесь момент. И вот играет. Нет, опять какое. Играет. Пауза небольшая, да? Ну и перестраивается Реал. Подача в штрафную. Просит Милорад Мажич. Уже понимали, какой за состав запасных будет у той и другой команды. У Ливерпуля просто нет. Рамоса, Марсело. Арбитра здесь хороший Андрей Робертсон. Робертсон прострел. Казимира. Роналду режет угол. Входит в штрафную. Удар выше ворот. Осталось на своей позиции. Поехал Криштиану. Сиско. Под правую подача. До Роналду мяч не доходит. Плюс Фермино. Салах, подача. Навас. Нет, нет, нет. Не получается перевести мяч. Пусть для Фермино. Фермино подхватывает мяч. Поднул его вперед. А Мане... Милнер. Прострел Фермино, и надо бить! И снова удар заблокирован. Арнольд, удар! Даже не знал, что ему делать с мячом. Но Сандро Салаха, вот то, что можно представить, как, опять же, ключ к сегодняшней игре. Погнали, Иску, погнали! Какая-то... Он очень хотел вернуться в Англию после... Один в один, смотри, как обыгрывает легко. И дальше уже штрафная подача на вас за... Милнер, он подает! Хорошая подача, но Мажич считает, что там были правы Салах. Когда Криштиану? Да. Он сегодня в Киеве в первом игрока Реала. Ну и ужас. Ужас пошел. Сам. Человека, который играет впервые в жизни. Зима получает мяч. Тут же Ловрен, тут же Ван Дайк, Бензима. Дальше очень опасно. Мяч штрафной. Модрич. Как денежный, да, сделал Серхио Рамос. Уважаем Мухаммеда Салаха. Уж извините, что рассказываем. Кровахали. Что-то произошло. И кто мимо финала. Финал. И, судя по всему, не доигрывает его вот здесь. Происходит. Это все, все. Карлаха. И опять слезы. Много. Пока в киевском финале. Ну как здорово он пробросил этот мяч. Килор. Это Милнер, да, это был Милнер. Начо, передача на Модрича, его встречает Ван Дейк. На это Модрич. И первый угловой. Первый угловой. Но оба они будут сделаны на Тони Кросса. Теперь уже вжимается Ливерпуль в штрафную, но никакого шанса подобрать этот мяч. Но спешат на помощь сразу три игрока. Криштиану. Бензима. И вот не дают Криштиану пробить. Это Хендерсон очень... Делает очень такой большой объект. Подача Криштиану! И гол! Офсайд. Бензима. Ну и вот данная недолгая радость запасных игроков Реала. Трент Александра-Арнольда здесь хорош. Дэн Ловрен. По здесь. Матчу с Ромой тоже к нему были вопросы. Начо! Вот я сказал, что он... Ну, Клоп не так эмоционально. В грудь себя бил, но... Подача! Это Тони Кросс. Кстати, первый вариант был Криштиану Роналду. Бензима. Бензима сам идет. Бьет Бензима!
первый тайм. Ну, по крайней мере, половину, опять же. Да, просто драма. И второй, и пара нападающих. Карим Бензема, девятый, и Криштиану. Ой, у штрафной Модрич. Двух собрал Бензема, подача. И мяч-то продолжает. Марсело здесь отработал. Лалана, момент, перекладина. Это Иско. Был заброс на Бензема, и смотрите, боже мой, Лориус Кариус. Карим Бензема, ну как же хитро, да, Бензема, смотри. Опа! Иди сюда. Здесь Милнер, готовится подача, вот оно! Ай! Ух, пролетел. Исторический вопрос. Подача. Да. Подача, удар Милнера. И... 1-1! Черт, Ливерпуль! И вот-вот Ловрен убежал. На него это заготовка домашняя. Подача. И действительно, когда атакуют на ворота, где сидят свои болельщики, идет игра повеселее. Перед быть. Как говорят тренеры, это такие дешевые мячи, а это Роналду. Он раз через Начо, прострел, и Иско, удар Кариус. Был в стартовом составе, появится, и тогда говорили, Зидан. Здорово, и результативно провел концу. Осталось у Зиндина Зидана, Марсело. И удар, мама мия, нет, этого не может быть, этого. Это кино, Марсело, и как... Не, пока держим. Да, не выругаться в такой момент, потому что... Безусловно, потому что мы играем в финале Лиги Чемпионов, но здесь world class. Здесь мировой класс. Это мадридский Реал. О, Ливерпуль постарается, разумеется, вернуться. Перевод сейчас не очень точный. И мяча за 20 минут забили команду в финале. Прошлогодним в Кардиффе. Так, сейчас Мане, смотри, момент. Мане, и... А, нет. Подача. Но... Виналдум. Уже штрафная. Дальше Мане. Штанга. Подача пошла к Ливерпулю. Правее, левее, мяч попадает и попадает. Может быть, выход один на один Роналду, и можно заканчивать все! Но Сыло прибежал, чтобы помочь мяч разыграть, и они разыграли. Дальше Модрич. Кросс, мягкий заброс, Бейл, положение вне игры. Положение вне игры. Бензема. Джеймс, подача в штрафную низом. Еще есть возможность уже справа. Милнер, что да, Милнер. Забыл сделать передачу Джеймс Милнер. Какие могут быть варианты? Клайн. Ну как очень, да, но пока не до Морено. А миллион. Роналдо красиво себя предложил, но Бейл вырезал. Фантастический пас внешне. Аккуратно опустил этот мяч. Бейл бьет. Гол. 3-1. Добрый вечер. Особенные врата. Куда можно было пропустить? Вот так.